От А до З. Первый том энциклопедии Янка Купала представят сегодня в Минском доме под Тополем, который поэт видел из окна своего кабинета. В твердом переплете почти 1500 статей. Это главы из жизни народного песнера, заметки замечательных людей, что были рядом с Купалой, а также те, кто связан с сохранением и изучением его наследия. Причем не только в Беларуси. Среди них Асадулаев Хизри Газиевич, автор первого перевода стихов Купалы на каратинский, один из языков Дагестана. Песняр нередко бывал не только на Кавказе, а в справочнике указаны все литературные адреса. Читать энциклопедию советуют с 12 лет. Вельми важны для творчества Янки Купалы верш, написанный в 20-е годы «Акул поломанных жандар», який уздымал актуальное пытание белорусской мовы и распаўсюджанню на Беларуси. Обставины его заявления на вогуле, например, у попередней энциклопедии нияк не разглядались. На обложке портрет поэта, выполненный художником Иосифом Белановичем. Всего в справочнике более 300 изображений. Первый том завершает слово «зерно». Сейчас сотрудники издательства «Белорусской энциклопедии» и Литературного музея работают над продолжением проекта «До буквы Я». А с 28 февраля по 4 марта открыть Янку Купалу смогут участники и гости 25-й Минской международной книжной выставки-ярмарки.